Норильск приходит в себя после сильного урагана. Много работы у коммунальщиков и аварийных бригад. Ветер свыше 30 метров в секунду срывал крыши с домов. Повсюду поломанные деревья и перевернутые мусорные баки. Порывы были такой силы, что буквально невозможно было стоять на ногах. В соцсетях выкладывают ролики, как пешеходы, которых удар стихии застал на улице, были вынуждены передвигаться ползком. Из-за пурги на нескольких трассах на юге Таймыра было перекрыто движение. Позже пустили только тяжелый грузовой транспорт, и то в сопровождении уборочной техники.